Васап, ребятки, с вами канал Али Гейм, Let's Play Rock, это ведьмы. Короче, погнали. Одной из первых смертей, в которых обвинили ведьму из Блэр, была смерть 10-летней Эйлин Трикл в 1825 году. Это произошло во время пикника в случае дня урожая. Эйлин играла в ручье Теппи Ис. Из воды показалась призрачная белая рука и утянула девочку вниз. Несмотря на то, что вода в ручье едва доходила ребенку до колен, тело у Эйлин так и не нашли. На следующий день ручей принес фигурки, связанные из веток. Что-то в этой речке, не так будет. Давай посмотрим то, что у нас произошло. У нас не херовое такое обрушение. Булит-то. Мы, походу, назад с тобой не попадем. Но, по крайней мере, вы знаете, не так мрачно. Смотрите, а у нас телефон между тем звонит. Сообщение. Автоответчик от Джесс. У вас одно голосовое сообщение. И чё? Я хочу прослушать. Нет сигнала. В смысле? Ладно, короче, непонятная какая-то херня творится, телефон здесь не ловит, музыка прекратила играть, ничего не происходит, но чувствуешь, если что-то будет происходить, потому что так просто не бывает, когда музыка замолкает, птицы не птичат и лес не лесит, короче, все очень странно, прям очень странно. Вот, смотрите, вот лесопилка, у нас надпись появилась какая-то, что мы пришли к лесопилке, я не знаю, пришли мы конкретно на лесопилку или в ее окрестности, но ты нашел пень и записку, давай посмотрим, что это такое. Я всегда считал себя разумным человеком, но мой так называемый разум делает меня слепым. Я не хотел верить, я был готов смириться с собственным безумием, только бы не сталкиваться с правдой. Но теперь начинаю замечать, чем дольше я в этом лесу, тем яснее все становится. Еще несколько дней, и я его выслежу. С тобой, кстати, так уже делали. Последний раз, когда мы так прыгнули, мы нашли с тобой человека не первой свежести в кустах. Ох, 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 ох. Что это? Да иду, вот, не остановитесь, вот оно, это место, которое мы искали. Ну давай. Да, вот, короче, Джесс в 12:36 звонила, но при этом новых сообщений нет, хотя она оставила автосообщение. Привет, Алис. А, привет, прости, что снова беспокою. Ничего страшного, я ничем не занята. Все в порядке? Да, я тут просто учусь пилить деревья, что-то в этом роде, короче. Что? Ну, это не слишком интересно. Надеюсь, это поможет мне найти ребенка просто, понимаешь? До сих пор ищешь, да? Да. Кажется, я уже близко. Надеюсь. Пожалуйста, будьте осторожны. Буду. Позвоню позже. Пока. Очень странные, я вам скажу, отношения у этого парня с этой девушкой, Элис. Старая, но не заброшенная, здесь кто-то живет. Смотрите, и сапоги мокрые, и печка рабочая, короче. Походу, мы нашли его логово, да. Может быть, это все-таки никакая там не Блэр ведьма, может быть, это просто какой-то старый лесник, который ел детей, и в этот момент он где-нибудь смотрит на нас со стороны, а мы здесь, короче... Ага, смотри, кто-то бежит и кто-то снимает, как он бежит. Он нападает на кого-то с топором, и этот кто-то забирает у него топор. Ощущение, как будто на холме кто-то стоит, да, короче, есть такая тема, такой, а вдруг в этот момент, да, и вправду кто-то там. Очень странные звуки, я вам скажу, прям очень жуткие звуки. Что происходит? Смотри, короче, какая-то херня. Ну, здесь какая-то подсобка, у нас здесь какой-то стакан, у нас здесь нарисован рисунок какой-то ведьмы, сказки о Баба-Яге, ну, по крайней мере, вот этот рисунок часто встречается с какой-то женщиной и детьми, танцующей возле костра с чертами. Какая-то записка напечатанная. Я его видел, не ведьму и не монстра, а человека, мужчина, нес содранную человеческую кожу. Он меня видел и теперь идет за мной, Карвер. То есть этот человек, который вот убегал на пленке, это 3-3-2-4. Раз, два, три. Ага. Вот. Раз, два, три, три, четыре. Вот так работает. Вот так это работает. Да, мазафака. Слушай, ну мне вот прям звуки пипец не нравятся. Давай, иди со мной, короче. А, это колесо скрипит. Я-то думаю, что это может еще так скрипеть. А это просто тупо...
скрипит колесо. Что здесь вообще? Что это? Что это такое? Нихера себе, короче. Нихера себе. Сколько кровищи всякой. Ты кто? Солдат? Что за солдат? Он защищался. Множество порезов в длинным лезвием. Как же его изуродовали? Кровь еще хлещет. Значок. Дай-ка я посмотрю на значок. Охренеть. Что за приходы, Элис? Что? Как? Когда? Охренеть. Нихера, короче. Что это за хрень? Куда мы попали? Пила вошла прямо в ключицу и застряла у него. Лицо... Это мы на втором этаже, что ли, получается? Ну да, мы на втором этаже, где только что были кровати. Смотреть, давайте посмотрим, что произошло. Итак, кто-то заходит на второй этаж. Нет, на первый. Так, брось оружие. Он стреляет. Попадает в кого-то. Не попал. Это кто-то... Что-то... Кто-то... Я не знаю. Нихера! Нихера тут происходит. О, фак. О, нет. Это что-то подошел вот сюда вот. Буллет, это кто еще, черт возьми? Хера, Буллет, ты не охерел, серьезно? Ты с кем там вообще? Охереть, кто это? Что это за дед, короче? Это тот дед, пацаны, это тот дед, короче. Ты кто такой? Охренеть. Ты убил Леннинга? Ты его видел? Когда ты смотрел им в глаза, ты видел ее? Где Питер? Что ты с ним сделал? Время еще не пришло. Он ждет. Хватит валять дурака. Или что? Ты убьешь меня? Убийство – лучшее решение, так? Охренеть, ты кто такой вообще? Дед, ты че? Но ты слишком слаб, слишком напуган. У тебя руки трясутся даже сейчас. Конечно, у меня трясутся руки. Обосраться можно. Ты кто вообще? Что у тебя, мистер Палка? Успокойся, мальчик умрет. Он должен умереть, такова его воля. В смысле, мальчик умрет? Верни пацана. Ну, знаете, дед какой-то странный. Он вроде бы как бы да, и в то же время не вызывает чувство страха. Возможно, а может быть дед добрый? Смотри, о, нихера, смотри, что это? Что у вас, рядовой? Это был я, сэр. Где? Элайджа 5. Я был координатором, сэр. Что вы хотите сказать, солдат? Я завел людей в засаду, сэр. Нам, может быть, постепенно рассказывает о его проблеме. 9 раненых, 6 убитых, 6 горюющих вдов, 9 осиротевших детей, 1 бестолковый солдат. Вас надо было отдать под трибунал. Нихера, я... Походу, короче, наш главный герой что-то дотворил. Ты что дотворил? Я не мог остаться, просто не мог. Ты не виноват, Элис. Ты просто дебил. Нихера, короче, прикинь. Вот это, короче. Очень просто. Просто. Ты так слаб. Когда-то я и сам таким был. Видишь нож? Помню, как я прижимал его к запястью. Вдавливая все глубже и глубже. Хотел бы совсем покончить. Заглушить голоса. Жалкий слабак. Что за Карвер? Карьер. Надо было подчиниться самому вначале, так я стал свободен. Ты скоро поймешь. Чему подчиниться? Нихера! Опять глаза! Опять папа с глазами! Опять она резко появляется, опять она пугает.